Лето – важная возможность развить свой бизнес. Поэтому мы призываем всех наших лидеров, и вы первые лидеры, которые слышите об этой акции, сделать это лето летом лайф, активным летом. Я сейчас вам быстро изложу о сути этой акции. Итак, для того, чтобы расти, надо быть активным. Сейчас работают всякие разные методы. И что очень интересно, это то, что онлайновые большие компании выходят в офлайн. Буквально вчера была интересная информация, что компания, которая изобрела онлайн-торговлю, Amazon.com, слышали такую, да? Она купила сеть, крупную сеть американских супермаркетов. 450 магазинов. То есть даже онлайн организации сейчас идут в офлайн для того, чтобы пользоваться смешанными методами работы. Какие тренды есть на сегодняшний день? Тренд номер один. Люди хотят получать живое общение. Это очень важно. Вы согласны, что несмотря на чаты, соцмедиа, люди хотят получать живое общение? Согласны или нет? Да, согласны. Замечательно. Мы знаем, что у онлайн-мероприятий есть свои преимущества. И мы, как компания, 50 лет успешно рекрутируем в офлайн. Да или нет? Да. Второй тренд, на который мы хотели бы выехать, это активный и здоровый образ жизни. Чувствуете, что этот тренд сейчас в России присутствует? Да? Пользуетесь этим трендом? Этот тренд есть, люди хотят быть здоровыми, люди пьют меньше, люди курят меньше, и люди активно принимают наш с вами wellness. И третий тренд, который в особенности заметен летом, это люди хотят проводить мероприятия на открытом воздухе. Поэтому мы хотим оседлать эти тренды и сказать: живое общение плюс открытый воздух летом 2017 года. Это акция «Лето Лайф». Мы говорим «да» интересным мероприятиям, которые связаны с нашей концепцией красоты как образа жизни, познавательным всяким фишкам, да, интересному контенту. Мы говорим «нет» навязчивым типам рекрутирования. Поэтому, внимание, что делаете вы, дорогие бизнес-партнеры? Вы в своем городе, поселке, деревне, мегаполисе договариваетесь с соседним парком или сквером, с их администрацией. Выходите туда с интересными, со своими интересными активностями. Обеспечиваете работу тематических стендов в этом парке или сквере. Приглашаете туда людей на интересные фишки, на интересный контент. Налаживаете с ними контакты, рекрутируете. Они становятся у вас либо клиентами, либо консультантами. Какие могут быть темы для того контента, с которым вы можете работать? Уход за кожей, лица и макияж. Скажите, это интересно людям? Фитнес сейчас интересен людям? Правильное питание интересны? Танцы? Видимо, ее? Интересно? Детская зона в том числе, потому что мы семейный бизнес. Что предлагаем мы вам как компания? Мы как компания со своей стороны предлагаем вам сценарный план, контент для ваших стендов, презентации для подготовки спикеров, карточки. Все будет для вас готово в одном пакете. Списки продукции и реквизита для работы стенда. Видеомастер-классы по тому, как все дело это проводить. Полный пакет тренингов. Еженедельная эфира с экспертами. То есть мы вам все расскажем, как делать очень детально. И, конечно же, коммуникационная поддержка. Начинайте все это делать. Заявите о себе и начинайте регулярно проводить мероприятия в рамках «Лето Лайф». Компания что сделает? Мы разместим адрес вашего места фестиваля на официальном портале. То есть акция «Лето Лайф» будет иметь свой официальный портал и YouTube-канал. И если вы начнете проводить эти офлайн-мероприятия в своем городе, в своем парке, ваша отметка появится на карте этого официального портала. У вас будет возможность получить каталоги, книгу красоты, пробники, wellness, продукты для тестирования, поддержку от топ-менеджмента и звезд. Итак, если вы будете делать
наших коммуникационных материалов. Если вы в июне и в июле будете этим всем делом заниматься, вы преуспеете, мы вас заметим, мы вас поставим на карту, то в августе мы приезжаем к самым активным из вас и привозим с собой топ-менеджмента, а также всех этих персонажей. Как вам? Интересно было бы в вашем городе, к вам приехали вот эти люди и поработали на ваших стендах. Да или нет? Да. Я очень надеюсь, что вас заинтересует эта акция, друзья. Поэтому пользуйтесь существующими трендами. Помните, что сейчас работают разные методы. И мы хотели бы воспользоваться тем, что находится лето, и поработать на свежем воздухе, в офлайне, пользуясь интересным контентом, который вам предоставит компания, чтобы пригласить людей. Ждем вас на акции «Лето Лайв». Будете на акции «Лето Лайв»? Да. Отлично. Очень хорошо, друзья. Потому что людям сегодня нужен живой контакт. Нужен живой контакт или нет? Давайте сейчас попробуем. Давайте встаньте, пожалуйста, и поздоровайтесь с соседом. Обнимитесь с соседом. Поцелуйтесь с соседом. Вот так вот.